Однажды в студенную зимнюю пору я из дома вышла. Был сильный мороз. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Машенька, Машуня, Черняк. Поехали смотреть мои видео. Вперед! Доброе утро, страна. Плохо мне с этого окна видно рассвет. А на балконе, представляете, замерзло. Окно не могу открыть. Даже странно. Вот такой рассвет. Вот такие лучи солнца утренние. Это только через смоксидную сетку. Другая створка окна не открывается без смоксидной сетки. Странно даже почему. Поздравляю всех с наступающим 2022 годом. Желаю здоровья, здоровья, здоровья. Всего хорошего, благополучия в семьях. Чтоб детки вас слушались, а детки, чтоб всегда были послушные. Ой, поехали смотреть мои видео, поехали. Сейчас очень много пооткрывалось, в этих районах открывались новогодние площадки. Они очень-очень красивые. Здесь убранство такое зимнее. Одну из этих площадок мы сегодня с вами посетим. Она находится в метро Красногвардейская. Вот на закате. Тут солнышко садится. Я снимаю на этой площадке. Пришли 8 Деду Морозу. Были тоже Дед Мороз, Снегурочка, но как-то неудобно их было снимать. Я поэтому снимала в основном площадку. Еле снега здесь, стук такой вот идет, стук. А почему стучит? Я не снимала ребят. Ребята чистили полы. Вот снегири, видите, какие снегири красивые. Тетенька тоже ждет, когда же к ней присядут. Вот. Почему я говорю полы? Потому что там деревянный настил. Снега было очень-очень много и навалили. А здесь у нас воздушные шары. 4 штуки. 4. Я так думаю, что это символизирует времена года. Зима, весна, лето, осень. Это мое мнение. И вдруг они, когда наступит Новый год, они полетят. Вот это будет интересно. Сугробы, видите, какие сугробы. Столько снега насыпало. Убирают с крыши, убирают полы, убирают все вокруг площадки. Рядом стоит техника, вывозит снег. 2022 годом. Поздравляю, сосульки. Какие сосульки у нас красивые. Это елочные убранства, елочные, видите, эти, чем украшены шарами, украшены цифры 2022. Вот, а это 0, арка такая, большая такая арка, как вход. Очень красиво смотрится все. С наступающим вас, товарищи, с наступающим. Самолет полетел, и первый раз в небе смогла заснять самолет. Видите, прям его видно. Хорошая камера у меня. Вот такие иллюминации, прям деревья. Вот
Поздравляю еще раз, Сэна. Вот хороший снег, елочки, какие красивые елочки. Любуемся этой красотой вместе со мной. Здесь мы видим новогоднюю книжку. Поздравление новогоднее. Очень-очень интересное. Детки так прям, ну, она так красиво смотрит. Паровозик, паровозик наш любимый увезет нас в 2022 год. Смотрите, какой он сказочный, какой он чудесный этот паровоз. Ну, просто, да? Великолепно. Еще иллюминация не подключена. Ну, подключат все еще впереди. Какие кареты. Здесь. А здесь вот елочка, видите, на стене елочка. Вот не видно, она горит. Холодно. А я с русалочкой, а ее полностью снегом занесло. Одно личико ее миленькое. Только виднеется, да? Ну что, смотрели видео? Понравилось? Очень интересное, правда? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего! Лайки ставьте. С вами Мария! Пока-пока!
Пока.